Să primi cel mai important și ne-am propus și ne-am dorit foarte mult. Am obținut aceste 3 puncte, care din păcate le-am pierdut în meciul trecut cu Academie. Unii, după părerea mea, nu trebuie să le pierdem, trebuie să le luăm. Și după meci, după ocazii, după tot. Ne-am pregătit, eu cred, totuși și băieții, și antrenorii, tot staff-ul. Ne-am prins cu ideea asta că totuși trebuie să demonstrăm că avem echipă, în primul rând echipă, fără niciun gând la Europa League, că pentru Europa, nu, astăzi a fost anume pentru a demonstra însuși nouă că noi avem echipă, avem jucători de valoare și pot să vorbească tot ce vreau, dar noi știm cine suntem, știm ce vrem. Sunt mulțumit, dar iarăși, e greu acum să analizez. Au fost momente unde nu eram, da, unii strigam, unii nu, dar în ansamblu, dăruirea a fost, da, unele momente tehnice, unde se putea de jucat, terenul ne permitea să joci mai sigur, mai simplu, preluarea mingii, dar planul de joacă care a fost de noi gândit, eu cred că chiar și nu după să fost un 0-0 sau asta, știm cum joacă în atac, știm ce se bazează și trebuie este în care eu a două mingi. Așa e joc. Ne-am pus și noi să le stricăm joaca lor în atac. Ну и мы этой победой тоже еще мотивированнее, и мы показали, что мы можем. И ребята поняли, что да, чемпион, да, 8 игр или сколько там, не то что не проиграл, там даже ничего не играл, да, по-моему, статистика. Ну, и сильные команды бывают, что спотыкаются. Так что я думаю, что в полуфинале Кубка также предстоит очень интересный матч для всех, для болельщиков. Можно ли сказать, что вы проиграли тактически, создав определенные преимущества в середине поля? Они улезли полностью, сколько-то планов не было, а через себя пропорции не могли. Ну, как сейчас хвалить себя? Проиграли бы, сказали, что мы тактически проиграли, выиграли тактически. Надо съесть время, мы сядем, посмотрим, где правильно, где неправильно. Но, опять же, я возвращаюсь к тому, что в целом рисунок, то, что мы хотели, что я хотел, и наш тренерский штаб, мы это увидели и пытались выполнять. Сильно не с некоторыми ошибками только так. А вы способны усовершенствовать сегодняшнюю систему, скажем, к следующему кубковому матчу? Или можете поменять игру и предложить что-то новое сопернику? То есть можете измениться в течение нескольких дней? Давайте это так. Останется, может быть, хороший вопрос. Видно, что, ну, может, нашим таким легким секретом посмотрим, как мы будем играть в следующем матче. Но то, что будет чуть-чуть отличаться, точно. В плане тактическом. Какие моральные стимулы вы реализовали перед сегодняшним матчем? Что заставило футболистов играть с такой самоотверженностью? Это, наверное, нормальные мужики, которые хотят доказать и в первую очередь себе, и всем остальным, что это не, опять же, не знаю, некрасивые такие слова, но они прокладка чего-то там, а на самом деле характер, стержень, команда сплотились этой идеей, разговоры индивидуальные, командные разговоры, индивидуальные собеседования, все. В этом промежутке все у нас было, скажем так, если уже выдавать все секреты. Эти травмоменты не помешают ему после кубка? Не знаю, посмотрим. Там рассечение есть, едут, это самое, не отложку там, надо зашивать. Там серьезная травма. Очень обидно, что парень на самом деле прогрессирует из таких моментов выпадать. Серьезная фигура для нашей команды, скажем.